из двух великих культур. Я хочу сделать одно, но когда вокруг все поют, это гуд. Когда сандалии не трут, это тоже гуд. Когда румян каравай, это кайф. Когда на улице идут. Ну к тому же, когда еще выходной день, суббота. Завтра воскресенье, и ни на работу, ни в школу, ни в институт, и ни в армию. Еще праздник ВМФ завтра. Это и есть наша лайф. Давай, лама, давай. Давай, открывай свой по-русски словарь. Давай, мама, давай. Давай, наливай. Да подставляй, не зевай. Давай, и папа, давай. Молоко наливай, наливай. Давай, и дядя, давай. Деньги бросай, и бросай. Все знают, что Питер без Цоя – это просто не Питер. Покажем еще у нас два дворцовые немножко с этой стороны. Скоро будет выступление, только я не в курсе. Посмотрим, наверное, завтра будет концерт. Так что это в преддверии концерта видео, друзья. Вот, друзья мои, хочу сделать видео с Дворцовой площади. Здесь я с этого вида никогда не снимал. С этой стороны Зимнего дворца или Эрмитажа. Довольно интересный вид. Дворцовая площадь. Дальше там у нас Невский проспект. Дальше у нас там идет Адмиралтейство, которое не видно. За деревьями. Тем не менее, возвращается. Ну и, конечно, покажем. То, что вы все знаете, друзья. Ангел-спаситель. Вот на этом закончим, друзья. До скорой встречи. А теперь снимаем Сенат. С Сенатской пристани. Ближе к воде. Там, друзья мои, подводная лодка, но там такие блики, видимо, будут. Солнышко-то яркое сегодня, друзья мои. Подводная лодка, конечно, она ничего особо не представляет, но тем не менее, сам факт,
что на рейде стоит подводная лодка. Ну, вся красота, конечно, в кораблях военных. Чудесная погода сегодня. 14-й год. 26 июля. Ну и там, конечно, красавец, друзья мои. Красавица Петропавловская крепость. Не могу не приблизить, друзья мои, но далековато. Ну что ж, я думаю, видео сегодня закончим снимать. До следующих встреч на канале YouTube Владимир Грибов. Интересное название, дорогие друзья, Уренгой. Какой боевой корабль. На рейде стоит, на Неве. Захотелось мне почему-то его заснять на видео. В преддверии праздника Дня военно-морского флота. Этот праздник всегда подвесно, пышно празднуется. Не знаю, будет как в этом году, завтра. Завтра, к сожалению, я работаю, поэтому в арт-музе будем проводить шоу. А сейчас вот такая вот обстановочка. Небо даже попадает иногда. Потому что все хочется заснять. Все хочется показать. Всю красоту сам. Закончим пока, друзья, коротеньким видеосюжет. Ну вот продолжим еще маленький видеосюжет. То, что мы видим перед праздником, друзья мои, война. Я военно-морского флота. Дорога не встречается Нева. Отправляется на разговорный теплоход на часовой скорости. Увлекательное путешествие приглашает пораженных гостей северной столицы. Какой-то эсминец стоит. И вам по станции Бойко Видняка Навка. Вид парадный. Сейчас мы приблизим к нему. Фото теплохода. Подъедем. Вот он такой, друзья мои. Завтра будет праздник. Город на воде, поэтому приурочено к этому будем, дорогие. Так, закончим пока, друзья.